Когда мне было 6 лет, я упал в Арну. Я чувствовал, как погружаюсь все глубже во тьму и был уверен, что скоро умру. Когда я очнулся, то увидел рыдающую мать. Рядом с ней стоял человек, вымокший, но улыбающийся. Мать сказала, что он спас меня. Так началась долгая дружба между семьями. Твоей и моей. Прости, что не спас твоего отца и братьев. Тебе не за что извиняться. Я уверен, что за их смертью стоит Якопо Паци. И за нападением на тебя тоже. Нужно найти его. Мы не успели арестовать его. Этот трус бежал. Ты знаешь, куда? Нет. Они хорошо спрятались. Они? Якопо не единственный сбежавший заговорщик. Если они заодно с Якопо, то виновны в заговоре против моих родных. Назови их имена. Антонио Мафеи, архиепископ Франческо Сальвиатти, Стефано Даваньоне и Бернардо Баранчелли. Бене, я поговорю с дядей. Он разошлет своих людей по провинции. Постой, пока ты не ушел. Страницы кодекса. Я нашел ее в личных бумагах Франческо Паци. Уверен, что ему она теперь без надобности. Меня всегда привлекали древности, как и твоего отца. Она и для меня много значит. Тогда прими ее в подарок. Да поможет нам Бог. Якопо Паци. Мешок с деньгами. Якопо был главой семьи Паци и семейного банка. Сам он против Лоренцо Медичи ничего не имел, поэтому нанял 4 убийц-тамплиеров, чтобы они сделали все за него. Бернардо Бандини де Баранчелли ненавидел Медичи за то, что они изгнали его двоюродных братьев. Днем Баранчелли вел счета в банке Паци, а ночью убивал по приказу тамплиеров. Баранчелли был первым, кто нанес удар. Стефано Даваньоне известен своей жестокостью. Тамплиеры превратили его в профессионального убийцу. Баньоне ударил Лоренцо Медичи кинжалом в спину. Антонио Мафеи. В том, что Вольтерру разграбили наемники-флорентийцы, он винил Лоренцо. Присоединился к тамплиерам, чтобы отомстить. Именно Мафеи перерезал Лоренцо горло. Архиепископ Франческо Сальвиати. Мечтая стать новым архиепископом Флоренции, он пришел в ярость, когда Лоренцо встал у него на пути. Но тамплиеры были готовы утешить его. Это Сальвиати вел войска тамплиеров в город. Эцио, слава богу, ты жив. Тут полное безумие. Медичи, Паци. Ты потому преследовал Франческо? Не совсем. Что ж, в любом случае, город снова в безопасности благодаря тебе. Скажи, чем я могу тебе помочь? Еще одна страница. Ага, шифр похож на предыдущий. Я с ним быстро разберусь. Любопытно? Да. Конечно же. Это чертеж еще одного клинка, отравленного. Ты можешь сделать его? Си, это не займет много времени. Мне нужно лишь понять, как сделать полость в клинке, не жертвуя при том... Хорошо, Леонардо. Просто сделай все, что нужно. Готово. Я уже наполнил клинок ядом. Для начала хватит, а если яд закончится, обратись к доктору. За ядом? К доктору? В малых дозах яд – лекарство. Верно и обратное. Я снова в долгу перед тобой, друг мой. Не стоит благодарности, Эцио.
Счастливый день. Теперь в моей мысли. У меня есть то, что... Все в порядке. Но если что, приходи еще. Если передумаешь, то мы открыты почти всю неделю. Эцио! Заходи, заходи! Чему обязаны такой честью? Лоренцо Великолепный прислал меня из Флоренции, чтобы уладить одно незаконченное дело. Я ищу Якопо Пацци. Ха! Как и все. Мы ищем днями напролёт. Выходит, у меня есть вещь, полезная нам обоим. Это список его сообщников. Хотя бы один из них доисповедуется перед смертью. Отлично. У них нет таких средств, как у Якопо, а значит, их будет легче найти. Я немедленно отправлю своих разведчиков на поиски. Спасибо за помощь, дядя. У меня есть еще кое-что для тебя. Новые страницы кодекса. А, посмотрим, что они нам скажут. Что это? Какой еще пророк? Что там, дядя? Черт побери, это еще одна загадка. Примерно можно перевести так. Это откроет только пророк. Еще упоминаются две частицы Эдема, но ответов на наши вопросы мы здесь не найдем. Ищи другие страницы, малыш. Дядя, займемся этим в другой раз. Мне нужно выполнить поручение. Как угодно. Но если ты рассчитываешь победить этих бастардов, тебе нужно еще кое-чему научиться. Встретимся на тренировочной площадке. Итак, Эцио, ты умеешь выполнять контрудар. Но что, если твои враги тоже это умеют? Обычно у них не остается на это времени. Громкие слова, плохая защита от мечей тамплиеров. Так покажи мне, что нужно делать, маэстро. Теперь уходи. Бен, а теперь еще раз. Гораздо лучше. А теперь еще раз. Браво! Давай еще раз. Еще раз, это все. Отлично! Ты снова превзошел мои ожидания. Сеньор, мы нашли людей Якопо и готовы нанести удар. Передай моим людям ничего не предпринимать, не переговорив с Эцио. Интези? Будет исполнено. Эцио, отправляйся к моим наемникам.
Возможно, кто-то из приспешников Якопо наведет тебя на след. Но будь осторожен, они поджидают тебя. А, вот и ты. Слушай, мы нашли Стефана Дабаньона. Ступай по этой дороге и придешь в аббатство, где он укрылся. Подожди. На, держи. Это поможет тебе отвлечь внимание врагов. Спасибо, друг. Пожалуй, мне тоже надо придумать, как оставаться в форме. Какой невероятный брат. На что же нам просили? Защиту Господа. Ты правда веришь, будто Всевышнего интересуют наши дела? Подумай головой. Но если это помогает... Эй, ты! Что тебе нужно? Что он скрывает? Ты друг или враг? Ты богохульствуешь? Прощайся с жизнью, правда! Да умри! Отрицать существование Господа? Убирайся! Это лицо мне знакомо. Это единственный рациональный ответ на заявление о том... Посмотрим, кто из нас был прав. Где Якопо? Полагаю, бояться нечего. Они встретятся в тени римских богов. Освободись от оков страха. Покойся с миром. Вот кого! За ним! Куда он делся? Вон он! За ним! Быстрей! Мы нашли архиепископа Сальвиати. Он заперся в той самой вилле. Возьми моих людей и отправь их расчистить поля. Затем проберись за стены и попробуй открыть ворота. Обычно я наношу удары за угла. А теперь у меня будет собственная армия. Это мне нравится. Веди. Покажи им. Командир сказал на восток. Вы заплатите за то, что бросили свои мосты. Мы его не погибли!
Ассасин рядом! Нужно открыть эти ворота. Должно быть. Хочу! Я предупреждал тебя, ассасин, но ты не послушался! И стойтесь получше! Где готово. У него слабое место? Он поскользнется! Копо. Он знает, что ты ищешь его. Он выходит только по ночам, чтобы встретиться с остальными. Я хочу знать не только когда, но и где он. Вера должна приносить утешение, а не боль. Покойся с миром. Нет, так не пойдет! Иди сюда! Чёрт! А ну хоть! Эколо! Бей его! Беги быстрее! Мертвана! А зачем он нужен? Что он сказал? Эй, мышка! Где твоя норка?
хрен. Будет выполнено только... Салюты, Эдсо! Антонио Мафеи укрылся на вершине самого высокого здания. Сыплет оттуда поровну пророчествами и стрелами. Похоже, совсем спятил. Что еще хуже? Он окружил себя лучниками. Чтобы подобраться к Мафеи, придется разделаться с ними. Спасибо за сведения. Убийца! Убийца в городе! Будьте начеку и доверьтесь стражникам! Как дождь, учение мое, как роса, речь моя, как мелкий дождь на зелень, как ливень на траву. Изыди прочь, демон. Прояви уважение к смерти, друг мой. Я покажу тебе уважение. Не ты, я. Пусть твое тело и разум наконец обретут покой. Покойся с миром. Господин, я пишу это письмо со страхом в сердце. Пророк прибыл. Я чувствую это. Птицы ведут себя необычно. Я вижу с башни, как они кружат. Я не приду навстречу, как ты просишь. Я не хочу выдать себя и привлечь внимание демона. Прости, ведь сейчас я слушаю только свой голос. Да направит тебя отец понимание. Брат А. Эдсо, наконец-то ты здесь. Мы нашли Бернардо Баранчелли. А ты, Монотиция. Говори, где он. Об остальном я позабочусь сам. В том-то все и дело. Лоренцо удалось его поймать несколько дней назад, после возвращения из Константинополя. Но враг сумел бежать. Мы полагаем, что сейчас он в Сан-Джиминьяно. Ва бене. Я постараюсь загнать его в угол. Нам это не удалось, а ты хочешь сделать это в одиночку? Я знаю как. Ugh!
Здесь тебя вряд ли что-то заинтересует. Он устанет, заблудится, потеряет бдительность, погибнет, все будет в порядке. А если он все-таки придет? Если это случится, я пойду дальше, нигде не буду задерживаться. Только как же спать? Когда же спать? Где же спать? Он здесь, на помощь! Ему не убежать от нас! Здесь ты не пройдешь! Взять его! Ассасин! Нет! Я знал, что ты придешь. Где Якопо? Хочешь сделать с ним то же, что и со мной? У тебя еще есть возможность умереть с чистой совестью. Мы собираемся в церкви, когда назначается время. Мне жаль, что так вышло. Покойся с миром. Безумцы! Все безумцы! Мадре Санта, пора уходить! Не трогайте меня! Я не противник! Он там! За ним! Аванди! Места я наяв! Брат, полагаю, ты уже слышал о том, что он выслеживает нас, намереваясь отомстить. Нам не следовало злоумышлять против него. Но что сделано, то сделано. И поэтому я назначил встречу с господином на третью ночь, считая от сегодняшней. Я буду просить его об убежище в Венеции, в Риме или у него. Мы соберемся в церкви Сан-Джиминьяно и двинемся к месту встречи. Оставаться здесь равносильно самоубийству. Остановить ассасина нам не под силу. Но... быть может, с помощью господина нам удастся дать отпор убийце. Пусть Флоренция потеряна для нас, но это еще не конец. Да направит тебя отец понимания. Твой брат Якопо. Уводите разных домой! Закрыли двери и не выходите! Если я сдержусь и не убью его сразу, он приведет меня к своим братьям-тамплиерам. Тогда в списке появятся новые имена. Черт! Придется искать замену! Это же из гильдии, а мастер Бачи славится низкими ценами. Сеньоры! Мы лучшие девушки в городе. Ему сложно. Они что, опаздывают? По крайней мере, они меня не заметили.
альбина. Люди, не слушайте его! Ему нужны только ваши деньги! Ну ты красотка! Идите сюда. О, ты такой большой. Белли Джованни, какой приятный движенник. Якопа, что вы с дружками задумали? Покрыт. Наверное, заключил какой-нибудь пари с пьяным. Крестьянам ход воспрещен. Слезай, или я тебя сброшу. Прости меня, господин, я всего лишь хотел полюбить слабого ра. Я уже моего орудия. Ну, теперь можешь повеселиться. Бомбина! В твоем письме говорилось о Венеции. Там тоже есть тамплиеры? Неробкого десятка. Я знаю. Заставь их задуматься. Капитан, его уже нет. Сколько людей виновны в смерти моего отца? Прошу прощения, господин. Я сделал все, что мог. Но этот ассасин слишком силен. Очевидно. Иначе с тобой пришли бы и другие. Я уж не говорю о том, что Флоренцией по-прежнему правит Медичи. Это все Франческо. Нетерпение сделало его безрассудным. Я пытался быть голосом разума. Скорее уж, голосом трусости. Кто бы говорил, сеньор Барбариго? Если бы ты прислал нам хорошее оружие, а не тот хлам, который вы, венецианцы, называете... Мы доверились твоей семье.
Но взамен получили только ленивых неучей! Тебя призвали к ответу! А ты придумываешь отговорки, да еще оскорбляешь нас! Как я должен с тобой разговаривать? Не знаю. Неважно. Я знаю. Нет. Прошу. Не надо. Что не надо? Я все исправлю. Пощадите меня. Нет. Что за дрянь? Я вырвал приз у тебя из-под носа. Прости, ассасин. Я знал, что ты пойдешь за ним. Более того, я рассчитывал на это. В таких делах у нас побольше опыта, чем у тебя. Убейте. Я знаю, вы просто выполняете приказ. Отпустите меня, и тогда я пощажу вас. Ха! Вы только под... Иди, друг, не зная усталости и страха. Покойся с миром.
Паццы мертвы. Все до единого. Должен признать, что я не верил, будто чужой смерти можно желать столь сильно. И я. Эцио, спасибо тебе за то, что позволили моей мечте прожить чуточку подольше. Лоноре мио, сеньоре. Что ты будешь делать теперь? Сеньор, мне нужно выследить других. Они уже вцепились когтями в самое сердце Венеции. О нет, Ля Белла Венеция. Эцио, коли так, туда тебе и предстоит отправиться. Прежде чем уйдешь, я хочу кое-что тебе подарить. Этот плащ — знак того, что ты друг Медичи. Пока ты носишь его, городская стража будет относиться к тебе снисходительно. Но помни, это не дает тебе права нарушать закон. Да пребудет удача с твоим клинком. Ты свихнулся! Убирайся, у меня есть обычные средства! Вещает всех о том, что у него самая свежая рыба и самые низкие цены в городе! Еще один бестолковый воитель! Хей, идиота! Леонардо! Леонардо! Мидис пьяче, мессер, но его нет. Дворянин из Венеции пригласил маэстро к себе, чтобы тот написал несколько картин. Знатный господин даже оплатил перевозку всей мастерской Леонардо. Это большая удача. Грация мили, друг. Привет. Леонардо! Эцио? Какая удача! Я... У меня небольшие неприятности. Может, я смогу выручить тебя? Я знаю, как ее починить, но ничего не могу сделать. Ты не приподнимешь повозку? Что это за штука? Э? Будто огромная летучая мышь. Так, пустяки. Одна из моих задумок. Не хотелось бросать ее там. Для чего она? Наверное, не стоит говорить об этом. Аль дьяволо! Я не в силах молчать. Эцио, я наконец-то додумался, как человек может летать. Вперед, я буду править. Ну, я даже не сказал тебе, куда еду. Венеция. Такой прекрасный город. Столько источников вдохновения. Мост Риальто, площадь Святого Марка, Арсенал. Шш, в чем дело? Мы не одни. Что происходит? Кто это? Люди Родриго Борджиа. Что им нужно от нас? Думаю, они хотят нас убить. Леонардо, сюда!
Они лезут на повозку! Стряхни их! Кто-то на крыше! Сделай резкий поворот! Стряхни их! Осторожно, а то опрокинется. Будет немного трясти. В следующий раз мы не сможем его починить. Держись, Эцо! Мы почти приехали! Леонардо, уходи! Им нужен я, а не ты! Мы еще встретимся. Дай срок. Вон он! Не упустите его! Эй! Он явно не дур... Помните, чему вас учили? Осторожно, парни! Это не новичок! Действуй сообща!